Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня тема дискуссионного клуба «Ответственное отношение к животным – это норма». Напомню, что 1 июля пройдет всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Их несколько, и одна из них касается защиты животных. В основном законе страны предлагается закрепить необходимость ответственного отношения к животным. Сегодня у нас в студии находятся эксперты. Семенова Татьяна Владимировна, директор Ульяновского областного фонда защиты животных «Флора и Лавра». Мишалов Александр Владимирович, юрист, руководитель программ и проектов благотворительного фонда «Дари добро». Щербакова Екатерина Юрьевна, помощник руководителя Ульяновской общественной организации защиты животных «Надежда». И Иерей Дмитрий Субботин, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с учреждениями здравоохранения Симбирской епархии. Александр Владимирович, вот как вы считаете, зачем в Конституцию России основной закон страны вносит такую поправку о защите животных? Ну, всем добрый день. На самом деле Конституция, как вы правильно сказали, это основной закон. То есть там определяются те основы, те направления, те идеи, которыми живет государство, которое оно развивается. Соответственно, закрепляя в Конституции эту важную норму, мы понимаем, что она повлечет за собой автоматически принятие кучи федеральных законов, подзаконных актов, которые будут эту конституционную норму реализовывать. То есть именно для этого, собственно говоря, и вводится. В каком состоянии сегодня находятся бездомные животные? Вообще, нужна ли эта поправка в Конституцию? Как вот вы считаете, вы, Екатерина Юрьевна и Татьяна Владимировна? Добрый день. Несомненно, конечно, поправки по защите животных необходимы, так как, например, в ежедневной своей деятельности фонд неоднократно сталкивается с проблемой бездомных животных. В фонд поступают звонки от обеспокоенных жителей нашего города Ульяновска, и не только города Ульяновска, но и области, в которых люди обращаются именно с проблемой бездомных животных, что нашли котенка, нашли щенка, нашли собаку. А как вы считаете, что изменится, когда внесут поправки в Конституцию? Хотелось бы, конечно, положительных изменений и ответственного отношения со стороны граждан наших по отношению к животным. Что значит ответственное отношение? Чтобы не оказывались животные на улицах, чтобы детям прививалась какая-то нравственная и мораль, воспитание. Чтобы не было животных на улицах, чтобы у нас поменьше было работы, как у общественников. Вот как раз заговорили о детях, и тут вопрос у меня к вам, отец Дмитрий. Дополнение в Конституцию, это, наверное, не столько про животных, а сколько про людей, носит воспитательный больше характер. Конечно, давайте размышлять о том, что все-таки верующий человек, неверующий человек, но мораль и нравственность, она присутствует у каждого развитого человека, и это нормально. А как может быть человек высокоморальный, высоконравственный, если он не испытывает любви к ближнему? То есть мы не можем просто холодно, нейтрально относиться к каким-то явлениям нашей жизни по принципу «я не нарушаю закон, с меня этого достаточно». Но бывает еще закон неписанный, закон нравственности, закон совести, который диктует нам наши действия и мотивирует наши действия. Конечно, мы ориентируемся на официальное законодательство, но мы же не встаем с утра именно с мыслью, мне не нарушить ФЗ такой-то, чтобы мне такую-то статью не нарушить. Мы же ориентируемся в совокупности своих действий по отражению, скажем, в зеркале нашей внутренней нравственной составляющей. А у верующего человека, тем более у христианина, должна быть составляющая, основанная на любви. Потому что Бог есть любовь, и любви Он учит. Если где-то Бога нет, значит, там нет любви. И человек, который считает себя верующим, конечно, должен определять для себя путь любви. А как можно изображать только любовь? А когда ты видишь на улице лежащий, например, сбитый щеночек машины, и ты проходишь мимо, это не моя забота, я пройду дальше. Или на морозе тощий котенок там в сугробе пищит, и пройти мимо.
это уже не христианское мышление. То есть, конечно, здесь уже охлаждение сердца возникает, что это не моя забота, кому надо, тот поможет. И в результате получается, как Ефрем Сирин в свое время святой сказал, что лицемерие хуже неверия. Потому что человек, если он источает из себя желание любить Бога, то он должен любить и его творение. И естественно, его творение, человек еще может убежать, спрятаться, где-то найти себе кусок хлеба, уговорить, по крайней мере, дать этот кусок хлеба. А когда брошенный маленький котенок забился там в подвале, весь тощий, облезлый, его судьба, скорее всего, предрешена. Он умрет или от болезней, или его съедят собачки. Тем более, если он выброшен человеком, который его уже когда-то приютил. То есть люди настолько уже охладели, к сожалению, сердцем, что они воспринимают животное как игрушку. Вот они взяли, поигрались ребенку, ребенок наигрался, потом этот ребенок где-то, оказывается, ему надо туалет, оказывается, ему надо питание полноценно, оказывается, с ним надо развлекаться, а тут он, видите ли, поцарапал диван или что-то погрыз там, какую-нибудь тапочку. Зачем ты нам нужен? Все, эта игрушка неинтересна, иди гуляй своей жизнью. И он, оказывается, один в чужом мире, совершенно не адаптированный к этому. Не, повторюсь, его судьба предрешена. Это, конечно же, здесь предусматривается ответственность, а без определенных законодательных актов, как мы можем, если человек не ориентируется на свою совесть, ну хотя бы пусть ориентируется тогда на статьи. И это будет хорошим для него какой-то определенный барьер, пунктир, по крайней мере, по которому ему будет легче проходить. Отсюда, может быть, и обратная связь с его совестью. То есть через некие такие ограничения его совесть, может быть, увидит истинный свет в мышлении, а не как он это себе представляет. Потому что очень много людей как размышляют. Я всю жизнь так делал. Но если ты всю жизнь так делаешь, не знаешь, что это правильно. И здесь нужно размышлять именно в другом ракурсе. А правильно ли ты делал? Спасибо. Татьяна Владимировна, вот подобрал ребенок котенка, собаку, принес, а родители против. Куда обратиться вот с этим щенком или котенком? Есть ли приюты у нас в области? Да, приюты в области есть. Фондом организованы приюты в Майнском районе. Я сейчас как бы скажу краткую информацию именно вот по территории Ульяновской области, где у нас расположены приюты в Майнском районе. Потом Большие Ключища – это Целинский район. Самый большой приют у нас находится в Чердаклах. Следующий приют у нас расположен Барыш, Николаевский район, Сенгилеевский район. То есть приют расположен. А там много мест, чтобы принять от каждого? Ну, в каждом, так скажем, муниципальном образовании разное количество мест подразумевает, то есть обустроено, ну, по-разному. То есть если в Чердаклах у нас до, например, 30 мест, то в Майне, где вот небольшое село, там 12 мест. Где-то больше, где-то меньше. Я уточню, это государство? Нет, это приюты, которые принадлежат фонду «Флора и Лавра». То есть мы взяли в безвозмездное пользование помещение, это вот благодаря, так скажем, областному правительству, за что мы нескончаемо благодарны. И уже на этом месте мы организовали, обустроили приют, где ведем деятельность по обращению с животным без владельцев. Ну, чтобы животное попало в приют, надо позвонить куда? В администрацию. Район. Да, в администрацию района, если непосредственно, как бы, как сказать, провести по программе отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск, то нужно обратиться в администрацию муниципальных образований Ульяновской области. И еще хочу коснуться закона, который был принят в конце 2018 года. Госдума его утвердила во втором чтении, причем первое чтение было 8 лет ранее. То есть в 2010 году, только через 8 лет, был окончательно принят этот закон. Документ регламентирует меры по защите животных от жестокого обращения. Насколько вот этот закон реализуется у нас? Начнем с того, что назовем закон. Это федеральный закон 498 от 27 декабря 2018 года об ответственном обращении с животными. В части, как раз здесь вот именно вышла такая, так скажем, долгожданная наша поправка, добавлена статья 16 по приютам и по организации деятельности по обращению с животными без владельцев
как раз по программе ОСВВ. Эта программа как бы подразумевает отлов, вакцинация, стерилизация, выпуск. В нашей Ульяновской области данный федеральный закон работает, так как нашим фондом организована деятельность по обращению животных без владельцев в, если можно, перечислю, в каких районах. Это Чердаклинский район, Меликесский район, Инзинский район, Маньский район, Сурский район, Сенгилеевский район и Ульяновский район. То есть здесь уже непосредственно приступили к работе. Всего фондом проведено 65 животных без владельцев, выпущено в прежнее место обитания порядка 40 животных, то есть остальные еще у нас находятся на содержании, так как не завершился цикл полный вот мероприятий по программе. Ну вот я хочу подчеркнуть, что вот это ОСВВ предполагает возврат животного в то место, в котором его отловили. Именно предполагает возврат, так как вот хотелось бы сказать, что я сама тоже выезжала непосредственно на процедуру отлова, на возврат, то есть смотрела на реакцию людей. И что хочется сказать, что люди не готовы к тому, что животные обратно вернутся в среду обитания. Не то, что не готовы, многие категорически против. То есть они говорят, нам не надо, не возвращайте. И вот здесь, конечно, необходима такая информационная работа, просветительская работа, то, что люди не сразу, но они привыкнут к этому, потому что федеральный закон вышел, по-другому сейчас быть не может, и животные будут всегда возвращаться на прежние места обитания, которые, естественно, не агрессивны и клинически здоровые. Таким образом, вы контролируете, да, численность бездомных животных? У нас в регионе, да? Конечно, конечно. То есть все животные после прохождения карантинных мероприятий прививаются от бешенства, стерилизуются, на них вешается желтая бирка, то есть это каждому животному пристраивается регистрационный номер. У нас все животные под контролем. Учет. Строгий учет животных. Уже, да, под контролем, да. А вот домашние животные, к сожалению, пока не все. Не все, да. Вот как вы считаете, что надо делать нашему обществу, чтобы все животные были под контролем? Ну, мало ли там взяли и выбросили, да, на улицу? Угу. Ну, конечно, это нужно в первую очередь, и домашних животных тоже необходимо регистрировать. Это либо чипировать, либо клеймо ставить, чтобы, например, если, ну, у нас, конечно, такого еще нет законодательно, на законодательном уровне, если животное потерялось, либо выброшено, то есть мы могли бы установить, кому принадлежит это животное, и, так скажем, либо вернуть, либо предъявить, на каком, вот, ну, почему животное оказалось на улице. А наказание предусмотрено за то, что вот выбросили домашнее животное на улицу? Ну, пока нет. К сожалению, пока нет. Пока, к сожалению, нет. Как вы считаете, какое наказание должно быть за то, что за жестокое обращение с животным, за безответственное отношение с животным? Нет, ну по жестокому обращению с животными Александр, может быть, поправит, уже как бы там прописаны, да, уже и есть санкции, и в рублях, то есть там штраф предписан, и вплоть до уголовной ответственности, это уже прописано, да, да. А кто-то уже наказан действительно, есть какие-то? Все остальные единичные случаи, когда они уже резонансные, вот когда они уже подняли общественность до такой степени, как там кто-то издевается просто уже, проявляя какие-то садистские наклонности, по всей видимости, с психикой, там уже точно не все в порядке, по всей видимости. Вот, поэтому, наверное, только в резонансных вариантах. Но и наше основное такое средство массовой информации, интернет, и хорошо, что просвещают об этом, потому что иначе других рычагов нету. Иначе было бы все скрыто, да, и ничего бы не узнали. А сколько еще скрыто сейчас? А есть и неофициальная статистика, о которой мы не знаем. Конечно. Там случаи жестокого обращения с животными исчисляются тысячами. Кстати, рассказывал мне историю с собакой, я с этим до слез прям был. Расскажи эту историю. Это какой случай? Расскажи. Ну, у нас в нашей практике вот за столь короткий промежуток времени, вот буквально полгода, есть два таких эпизода. Первый — это случай целенаправленного убийства животного, то есть в Новом городе, в Заволжском районе, гражданин, не столь, ну, недавно освободившийся из мест не столь отдаленных, вышел гулять с ножом в 15:00 при дневном свете в присутствии малолетних детей, которые вернулись из школы, пошли на прогулку, и подошел к спящей собаке,
Это был, кстати говоря, наш подопечный, который уже нашел свой дом, и решался вопрос с транспортировкой его до Димитровграда. Вот, мы искали машину, машина уже была найдена, назначен день, со дня на день мы должны были взять и отвезти его. И подошел, нанес два ножевых ранения в печень, животное скончалось на месте. Вот дело до сих пор уголовно не возбуждено. Мы получаем отказы от правоохранительных органов и продолжаем писать жалобы. Ну, будем и дальше вести работу. А отказ как объясняется? Отказ? Может быть, Александр здесь вот нам скажет. Давайте, там нет состава преступления? Что-то? Ну, во-первых, как бы, если мы конкретно говорим про этот случай, про это, да, то там он настаивает на том, что собака на него напала, и там не так много свидетелей. То есть, ну, такие чисто процессуальные вещи. У нас есть свидетели, кстати, но они еще не были даже допрошены. Да, то есть, как бы, люди тоже милиция неохотно. Милиция не заинтересована. Ну, милиция у нас, да, к сожалению. Ладно, про милицию это отдельная тема. Вот, полицию, точнее. Вот. Немножко скажу про жестокое обращение, про ответственность. На самом деле, ответственность за жестокое обращение с животными, она была всегда, в том числе и уголовная. Сейчас немножечко это конкретизировалось, немножечко это раскрылось, но на самом деле ответственность была всегда. И что еще хочу сказать, что все говорят про уголовную ответственность, но не нужно забывать про гражданскую правовую ответственность. Любое животное, которое кому-то принадлежит и которое на ней носит вред, оно влечет за собой предъявление иска хозяину. Даже если он просто выгнал животное, и это животное кого-то покусало, то при установлении владелец хозяина этот иск получит он. Поэтому здесь ответственное обращение оно должно быть еще и в том, что нужно понимать, что животное может причинить вред, особенно безнадзорно, особенно на свободном выгуле или еще на чем-то. Вот. А что касается, ушли немножко от темы жестокого обращения, здесь, да, у нас у полиции на самом деле во многом еще не хватает, наверное, опыта расследования таких дел, потому что и полиция, ну, тоже маленько не защищу, на самом деле, они видят и обратную сторону. Они видят очень много, когда в обратную сторону животные кусают. То есть они вообще, на самом деле, полиции свойственно видеть самую грязную сторону нашей жизни. И поэтому они немножечко формализированы всегда. И здесь у них все просто. То есть они, когда не знают, чью сторону занять, не видят ее, они занимают сторону, что да, просто отказывают. То есть если у них нету жестких доказательств того, что, например, человек виновен, то им проще отказать, чем собирать на него доказательства. Хотя мы как бы продолжаем отменять эти постановления, они периодически отменяются. Работаем над этим. Да, то есть, кстати говоря, это вот показатель духовного здоровья нации. Да, да. Потому что, вот, знаете, вот в некоторых развитых странах там вообще нет бездомных животных. Угу. То есть там немыслимо, чтобы по улице пойти, там какой-нибудь облезлый кот шел, угу, там, или брошенный собака. У них это просто вне их ментальности. Это, к сожалению, у нас еще как-то вот мы не дошли до этого, наверное, и должны к этому стремиться, потому что статичное вот это состояние апатии, это, конечно, как тормозит сильное развитие и нравственного совокупного состояния общества. А если мы к маленьким там мохнатым так относимся, бедным животным, ну, а, соответственно, от животных к людям тут недалеко. Не так далеко, конечно. А где будет, если ты не сострадаешь этому маленькому, ты не будешь страдать человеку. Да. Я вспоминаю, около Спасо-Вознесенского собора парень стоял, вот он всю зиму стоял. Mm. Я говорю, ну, ты зачем, как вот, ты одет так плохо, мне некуда идти. А я говорю, а где ты ночуешь? На Свияге. Mm. Я говорю, а ты как вот одет-то, у тебя обувь-то вообще кеды. Мы пошли с ребятами, там его купили вот в Победе вот эти вот пенопленовые, которые они теплые вроде как. Вот он в них стоял потом. Потом у него отняли их, ну такие же, как он, видно. Вот. К пальчишкам какой-то нашли. Я говорю, а почему ты не можешь найти там? Ну, ему часто говорят, иди работай. А кто меня, говорит, возьмет? Кому я нужен? И вот кто ему поесть даст, кто дежурный маленько подкинет. Сейчас пропал, не знаю, что с ним случилось. Это вот это из той же книги страницы. И отношение к животным, отношение к людям, а потом будет отношение к самому себе. Потому что человек уже изначально, получается, не уважает себя, если он не уважает творение Божие. Если он не любит их, значит, он и себя не любит. А как он может любить Родину тогда, о каком патриотизме может идти речь? Но тут все это взаимосвязано, цепочки одного звена. Почему не начать с малого? Хотя бы научиться защищать и любить беззащитных. Хотя бы не обижать.
Ну хотя бы их не обижать. Хотя бы не обижать. Уже. Ну, да. Ну не хочешь им помогать. Ну да, ладно, это не... твое дело. Да, но не никто обижать. Тебя денег не трясет. Да, никто не с тебя там еды, а сколько еды выбрасывается в мусорпровод, да? Угу. Неимоверно. Можно накормить. Ну просто элементарно. В жару. От чего умирают в жару животные, вода. Насколько я знаю? Нет, воды нет. Лужи высохли, они пить хотят, они поставьте умирают от обезвоживания, а зимой от холода. Ладно, киска там еще где-то может найти, в этот кирпичик не хватает в лазике, чтобы в подвальчик там на трубе там. Пусть голодная, но хотя бы не замерзнуть. А собаки-то вообще некуда деться. Они вот там жмут друг с другом, а потом спрашивают, почему они злые. Ну выпусти нас вот сейчас вот зимой. Да. Мы что, добрые будем, что ли? Да. Да вы первые бросаться начнете друг на друга. Так что поправки такие нужны в Конституцию. Вы все согласны с этим? Я думаю, что без этого просто никак. Конечно. Поправки к закону о любви друг к другу. О любви к государству. А если мы не любим друг друга и государство, то это уже не государство. Это уже какая-то территория, на которой просто живут люди. И не более того. Спасибо. И я вывод сделаю. Напомню, вернее, что поправки вступят в силу, если в ходе всенародного голосования за них проголосуют более 50% избирателей, принявших участие в голосовании. Только в этом случае. Так что приглашаю всех проголосовать. Это же гражданский долг. Да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.